какое украинское село без аиста. Он сидит, сидит на месте. А вот это вот наше место, вот это наша земля, вот это кусочек. Посвящается моему любимому Тони. Вы его увидите, когда уже Тони здесь не будет. Вот только тогда я его смогу уже реально выставить. Это мой любимый человек. Он мне просто как мой родной брат, как Костик. Я Тони обожаю. Мой родной Тонечка. Любимый мой. Боже, Тонечка уезжает. Я не могу прямо. Слишком много связано было с ним. И, ну, просто жили как родные люди последние 10 лет, да, Тони, или 9? 9 лет последние. Поэтому, ой, поэтому вот эти 9 лет отрывают часть. Часть из 9 лет отрывают. И я не могу прямо, мне не по душе, и мужу моему не по душе, и мы прямо с ним сели, и Олег говорит, так на душе погано. И нас ближе, у моего мужа никого не было. Ой, я не знаю, как мы будем. Вот так вот. Когда прощаешься с друзьями, самыми близкими, и с родственниками, тогда просто боль. Ну, такая боль. Боль такая. Поэтому у меня не совсем веселое видео может получиться. Уезжает человек. Ой, не могу.